Девчонки, пришла за заказом Фаберлик в пункт выдачи. Сейчас будем с вами пробовать супы. Так как я себе заказала только коктейль, а здесь у нас суп томатный. Нам нужно воду кипятить, да? Да. Я еще инструкцию не читала даже. И суп с грибами. Вот он, шейкер, кстати, как он выглядит. Вот он. С крышечкой. Слушай, он большой, я думала, он маленький. Блин, какой. Тут на две порции хватит прям. Такого, если коктейль, ужин заменить, выпить, прям, мне кажется, вообще много. Желудок забьется классно. Девчонки, смотрите, что интересненького еще покажу. Вот этот поднос, да, из новой линейки посуды у нас, да, для хранения нарезки, да, в холодильнике. Да. Кстати, удобная штука, очень красивая. И вот эта пленка, я думала, это будет прям как пищевая пленка. Она достаточно плотная. Не порвется. Так, это у нас что? А, это терка, терка, вот терка. Минажница коричневая. Ух, красота. Коричневая минажница. Ну, сейчас уже только зеленый. И то, по-моему, уже нет наличия. Уже нету? А, я все думала, смотрела на нее. Опоздали. Надо меньше думать. Надо, да, вот. Меньше думать. Такой подносик. Очень функциональная. Опа. И она даже... А, вот, вот так, она чпок. Она фиксируется. Вот, она вот сюда закрывается, защелкивается плотно. Все. О, красота. Блин, здорово. Терочка. А это от терки, да? Да, это для чего? Продукт делаешь. И вот так вот ограничите, чтобы не порезать. Слушай, а вот это удобно. А как сюда огурец, допустим, засунуть? Ну, там а, все... тут иголки. Да, тут остается маленький кусочек. Я пробовала, когда большой кусок остается, он плохо. Угу. Вот когда именно маленький, чтобы руки не порезать, сюда его насаживаешь, и чтобы до конца он очень хорошо так берется. А вот насадочки. Слушай, насадочки так удобно хранить, да? Раз. Вот. Два. Крупные. Ой, а это для чего? Для корейской морковки. А, класс. Она длинная получается. Три. Шесть. Так. А, тут даже они такие прям отсеки вставляются. Вот такая, ничего себе. И шинков капусты. Да. Ага. Вот прям такие отсеки, в которых каждый вставляется. Здорово. Аппарат для нас. Что? Кстати, сковородочка-гриль в таракотовом, да, оттенке. Большая такая, слушай. Прям можно. Вот если ладонь, прям огромная. Тяжелая. Это у нас сетка для глажки, да? Угу. Хорошая сеточка, добротная. Я думала, кстати, в каталоге она как марля. Нет, это очень плотная сетка, да. Ну да, она добротная. И новые у нас полотенчики, да? О, угу. Какие красивые. Нежные. Нежные. Они, ага, как раз сочетаются со скатертью. Да, вот она, скатерть лежит, а, большая. Фартук там еще, прихватка. Ну, если, то есть, брать, чтобы был полный комплект. Да, комплект. С этой, и, кстати, сочетается и с серой, да, такой бежевой, да, посудой, и с зеленой сочетается прям вот это все. Здорово. Девчонки, вот новые чаи. Здесь у нас антипаразитарные и для женского здоровья. Как они выглядят внутри. Здесь у нас вот такие обычные чайные пакетики. 21 штука, да, по-моему? Да. Ой, как травками вкусно пахнет. Мне кажется, здесь мелисса есть. Прям так здорово. Но мы с вами обязательно будем пить вместе эти чаи, потому что я себе тоже, конечно же, заказала парочку. Вот такая красота. Как у нас разводится катсуп по инструкции? Внутри содержится мирная ложечка. Аромат прям, ну-ка, грибной. Дайте понюхать, пожалуйста. Класс. Прям белыми грибами. Белыми пахнет. Грибочками пахнет. Смотрите, какой порошочек. Вот он. Там травки есть еще, да? Да, да. Давай, да, состав покажем. Где состав у нас? Так, ой, сколько витамины, минералы. Так, состав. Смотрите, вот, кому интересно, на паузу нажимайте, смотрите. Энергетическая ценность у нас где? 98 килокалорий в одной порции. В одной порции. Ну, это, слушай, я сейчас вот прям хочу суп тоже. Давай разводить пока. Вкусный. Вот у нас огромный шейкер. Мне кажется, тут вот такую даже порцию супа не съешь. Ну, большой. Да, 500 грамм. Он большой прям вообще. А у нас получается одна порцию, один мерный стаканчик, мы разводим 250 миллилитров теплой воды. Потому что супчик все равно я люблю теплый. Ну, горяченькой. 60? 65, да. 60. Вот, один мерный стаканчик. На 250, то есть на целый, да, шейкер нам нужно два. Зачем? Не, мы лучше сейчас два раза разведем. Ну да, нам с тобой две порции надо пообедать. Ой, прям, ой, он густой будет, смотри, как. Он будет, да, очень густой, как вообще. Уменьшает тяжесть. Зеленушка. Желудки, уменьшает отечность. Блин, запах такой классный. Ну, давай вторую порцию тогда томатного сделаем. Давай. Да, томатный, давай состав тоже томат покажем. Томат с базиликом. Я люблю, кстати, томат с базиликом. Чем мне супы нравится. Отличаются от коктейлей? То, что в коктейлях есть коллаген, в супах, к сожалению, его нет. Но, а составу, коллаген нам нужен. Коллаген нужен. Ну, допустим, можно взять и суп, и коктейль. Да, у меня, допустим, пока коктейль, я в следующем заказе буду брать суп. Будем стройные, красивые, да, счастливые и здоровые. Так, ну пока у нас кипит чайничек. Сейчас будем замешивать. Только покажем вам процесс. Вместе. Так, теперь мы собираем конструкцию. У нас здесь вот такая вот, да? Да. Сеточка. А дальше? Внутри железный уже шейкер. Закрываем. Плотненько. Плотненько. Придерживаем вот эту штучку и взбалтываем.
красота. Горяченький сейчас будет. Долго болтать надо? Минуты две. А он загустевает потом? Да. Мы сейчас будем наливать супчик в кружечку. Кстати, кружка-то у нас какая? Да. Из волокна. Из волокна. Это очень легкая, девчонки, посуда. Безумно легкая. Я вчера только на нее посмотрела. Ну-ка. Оказывается, к ней еще полагается крышка. Здесь вот силиконовая вставочка такая. Опа. Так. То есть она как для заваривания. Ой, она даже вот так просто не вытащишь. Да. Сидит здесь. Эта кружечка тоже из новой коллекции посуды. В бежевом оттенке. Это очень легкая посуда. Я все тарелки пересмотрела. Девчонки, посуда невероятно легкая. Она кажется, как будто пластик, но это у нас не пластик, это волокно. Так, пока Катя будет сейчас переливать суп, я буду делать, девчонки, чай для женского здоровья. И будем делать с вами сейчас еще коктейль. Наливаем супчик. Можно, конечно, и в тарелочку, потому что он достаточно густой, кому как удобно. Не, я, например, супы не очень люблю пить. Я буду из тарелки, наверное, есть их. Ну, вот, ну-ка, ложечку. Ага. Какой он густой. Показать. Вот как выглядит заваренный уже супчик. Мне кажется, если мы еще поставить, он еще загустеет, ага. Да? Вот какой. Ну, сейчас он прям горячий. Ну, может, 3 минутки еще постоит, да. А мы сделаем коктейль, да? Сейчас будем делать малиновый коктейльчик. Вы давно осталось. У меня просите отзывы на питание wellness. Вот сейчас я вам расскажу, как все это будет по вкусу. Я думаю, надо сделать вот так. Во. Весь допили. Да. Малиновый в расход. Малиновый вкуснее, да, говоришь? Тебе малиновый больше нравится, вкусно, да? А шоколадный? И шоколадный. Вот у меня одна женщина приходит, она прям фанат шоколадного коктейля. Вот шоколадный, наверное, я закажу себе в следующий раз, да. Угу. Вот как он выглядит. Смотрите, ну, такой порошочек. Просто порошочек. Серенький, ну-ка. Ой, а малинкой аромат пахнет. Аромат. Мне кажется, малинкой пахнет и чем-то молочным. Ну, там же водой комнатной температуры разводим, да, давай полстаканчика больше у нас. Вот, все, хорош. Так, и мы не показали вам коктейль по составу. Вот состав. Энергетическая ценность. Витамины, минералы. Инструкция. Вот Катя опять у нас взбалтывает, он темнеть начинает, да? Он сначала серенький был, да, сейчас прям такой, как малинка. И частички малины, да? Да, 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 да. Чаек у меня тем временем уже, наверное, запарился. Сейчас будем тоже пробовать с вами его на вкус. Сейчас будет дегустация супа. Он уже такой густоватой консистенции. Пробуем. Класс! Блин! Я не чувствую соли. Ее нет, но он вкусный. Вообще класс. Я ела разное питание, в том числе Левит какой-то там, да, для похудения. Вот это все покупала и другое, и так далее. Это не идет в сравнении ни с чем, честно. Вообще вкусно. Очень вкусно. Прям класс. Женщина, знаешь, что делает? Какая-то есть вот эта сладость от белых грибов. Женщина берет и пьет у вас, да? Нет. А как? Отваривает макароны, заваривает суп и сверху поливает. И точно, поливает. Подливочка. Ой, я камеру закрываю. Получается. Слушай, точно. Не, ну я так не буду делать. Надо, если берешь уж такое питание, надо его и кушать. Какие макароны? Ну не с макаронами, быть? Да. Блин, правда вкусный. Все, в следующем заказе беру суп. Обалденный. И потом посмотришь, какая сытость после него будет. Да? Да. Вот. Девчонки. Сейчас будем коктейль с чаем пробовать. Так, выливаем малиновый коктейль. Ой, какой красивый. Ням-ням-ням. А как он, да, он взбился-то как классно. Да, все-таки нет, шейкер хорошая задумка. Я думала, да. Сначала буду блендером или чем-то еще. Нет, нет, шейкер классный. Нет, да. Ой, какой красивый. Сейчас будем пробовать. Дегустируем коктейль. Вы просили, вкусный, невкусный, стоит, не стоит. Сейчас скажу. А если с молоком? Вообще огонь. У нас на воде и очень вкусно. И он взболтался и получился, знаете, вот кислородные коктейли продают, да? Вот такая консистенция, он какой-то немножко воздушный, вкусный, реально вкусный. Практически не чувствую сладости, вот этой приторности, сахара никакого вообще. И привкуса порошка, вот этого белка тоже нет совсем. Порошка никакого привкуса нету, да. Я на молоке буду делать. Я просто до этого пробовала очень вкусно. Белковые коктейли, и там прям вот один вот этот приторный. Чувствуется, привкус, да, что-то. Малина нереально вкусная. Девчонки, кто сравнивал с прошлыми коктейлями, которые у нас вот эти вот одноразовые, да, были?
сашеточки. Это совершенно другая история. Нет, это не те. Те мне самой не нравились, хотя я пила какие-то. Mm-hmm. Какой-то мне вкус нравился, остальные нет. Это нет, совершенно нет. Другая история. Совершенно. Очень вкусно, нереально вообще. Прям вкусная малинка. Частички малинки есть, да? Да, да, да. Вот эти вот зерна малинки, они попадаются. Класс, вообще супер. Коктейль очень вкусный. Потрясающе. Но на молоке будет лучше, 100%. На молоке будет вообще огонь. Будет как взбитый в шейкере, будет как кислородный коктейль, самый настоящий. Мне кажется, у меня ребенок сейчас с удовольствием будет пить с огромным. Так что вкуснота. Сейчас будем пробовать чай. Сейчас как наемся. Девчонки, вот состав чая. Это у нас антипаразитарный чай. Состав. И вот у нас для женского здоровья сбор номер 7. Вот состав его. 1-2 пакетика, видите, по вкусу. Но у них достаточно насыщенный аромат. Вот у меня уже все заварилось. Я немножко подлила холодной водички. Цвет красивый. Ну что, девчонки, первое было, десерт был. Теперь полноценный обед. Завершаем чаем для нашего здоровья травяным сбором. Аромат вкусный. Вот я правда чувствую мяту или мелиссу здесь. А я не посмотрела, есть она в составе или нет для женского здоровья. Так. Да, мята, вот, мята и чабрец. Вот что я чувствую здесь прям ярко выражено. Да, мята и чабрец. Пробуем. Дегустейшн. Ой, какая вкуснота. Травки. Я вообще чаи, в принципе, не пью. Если я пью, то это какие-то травяные сборы, и бывает тоже крайне редко. Чай ни в каком виде не пью. Даже зеленый уже не пью, не люблю. Ой, вкусно. Никакой горечи нет, неприятного, ничего. Вообще замечательно. И без сахара очень прекрасно. Класс. Вкусный чай, девчонки. Для женского здоровья реально вкусный чай. Прям обалденный. Вот эта вот мята, слегка такой привкус освежающий во рту. Вообще здорово. Сейчас будем еще суп с базиликом делать. Так, вот у нас суп с базиликом. Только открыли. Еще не пробовали ни я, ни Катя. Вот так он выглядит. Такой бежево-розоватый, что ли, порошочек. Тоже видны травки. Сейчас будем насыпать. Давай опять насыпем сразу. Аромат прям помидора. Аромат, девчонки, помидора, действительно, натурального помидора и базилика. Поэтому, кто не любит базилик, берем с грибочками. Кто прям вот не любит, то есть смотрите, такие. Прям петрушечка, укропчик, укропчик. Вот он, да, на месте. Кусочки. Ой, как вкусно тоже. Я люблю базилик, девчонки, поэтому вот это моя песня. Если вы увидели плохой отзыв на суп с базиликом, значит, просто этот человек не любит базилик. Да, потому что он здесь очень ярко выражен, и аромат, и, скорее всего, вкус будет. Заливаем? Заливаем. Мешаем супчик. Он приобретает такой же красновато-коричневый цвет. Вот, да. Наливаем супчик. Ну все, хватит мне, хватит. Я еще чай не допила. Давай себе теперь, да? Да. Красивый он такой, смотрите. Да, он цвет прям красивый. Красивый. Так, сейчас будет дегустейшн. Ну что? Приятного аппетита. Да, бонжорно. Ой. Ну, прям помидоры-помидоры. Помидоры, как будто помидоры соленые, знаете, с такими специями, с приправками, с укропчиком. Как малосольные, да? Ну, мне не очень. Да? Тебе больше грибной нравится? Мне грибной больше нравится. А мне это нравится. Ну, вот кому не нравится базилик, девчонки, нет, берите грибной. Я люблю базилик во всех его проявлениях, мне очень нравится. Но грибной прям чуть-чуть нравится побольше. Базилика, вот когда даже потом вот глотаешь. И запах. Нет, да. Когда глотаешь, вот после вкуса даже вот этого базилика. Угу. Он чувствуется гораздо больше, чем помидоры. Поэтому, кто не любит, базилик не берите. Кто не знает, что такое базилик, купите себе дешевый сушеный, попробуйте. Не понравится, значит, не берите. Берите с грибами. С грибами нет, вообще вот бомба. Это я доем, конечно, но... А я с удовольствием. Я с удовольствием доем и этот, и следующий. Мне очень нравится. Так что, девчонки, вот вы просили отзыв. Подводим итог. Ничего общего эти коктейли не имеют с теми коктейлями, которые у нас раньше были. Одноразовые сашетки вот эти, абсолютно ничего, совершенно другой вкус. Насыщенный, действительно классный, действительно вкусный. Но берите шейкер, единственное, что хочу сказать. И коктейли я бы вот лично на молоке делала. И на молоке это вообще супер. Даже не на молоке, а пополам. Пополам. Молоко пополам с водой. Вот мне кажется, вот это будет идеально. Мне кажется, даже деткам вашим понравится. Составы там замечательные. Поэтому, девчонки, я вообще коктейлям, супам и чаям прям ставлю 10 из 10 зашло. Я не ожидала, на самом деле, я теперь не пойму вообще, что я так долго тянула. Почему я не брала их раньше? Все, начинаем худеть, приводить свое тело в форму. Девчонки, еще один важный момент. Они сытны. Вот прошло уже какое-то количество времени, у меня прям такое ощущение, что я объелась половиной порции супа с грибами, 1/4, наверное, порции супа с томатом. Коктейль. Коктейль я пила целиком, да?
половиной коктейля и кружкой чая, то есть сытость, прям вот реально сытость, то есть там достаточно белка, чтобы какое-то время не испытывать чувство голода. Хочу еще рассказать про вот эти вот супы. Я их пила и коктейли пила на протяжении месяца. И что я заметила, девчонки? Я заметила то, что у меня пропала тяга к мясу. Вот мне всегда хочется колбасы. Вот я тоже всегда очень люблю мясо, шашлыки, колбасы. И тут, я не знаю, мне вообще их не хочется. Просто я смотрю, они даже какое-то отвращение вызывают. То есть моему организму достаточно белка. Белка, да, точно. Вот. Это и тяга круто, к сладкому. На самом деле. Тоже как-то вот я более равнодушна. Ну, а сладкого коктейльчик стала. Очень вкусный, вот, сладкий. Я как-то более равнодушна стала. Вот. Так что вот что хочу сказать. Будем продолжать пить дальше. Ну, а я, девчонки, с вами прощаюсь. Надеюсь, что мое видео было для вас полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.